Меня зовут Механический Рот. У меня было раньше другое имя. Я думаю, это было очень давно. До того, как начались войны, до вторжения. Это было до того, как Джаник и его орды пришли на землю и уничтожили все, что я знал и любил. Это было время, когда я был больше машиной, чем человеком. Время догонок. Я был солдатом, когда орды Джаника пришли на землю. Он говорил о мире и сотрудничестве. Он говорил о новом галактическом порядке. Но все, что он принес с собой, это была смерть. Это нельзя назвать настоящей войной. Все закончилось до того, как многие из нас поняли, что это было. Ведь мы никогда не встречались с таким врагом, как Даник. То, что я видел на этой войне, никогда не даст мне спокойно спать. Handsome Jack Blood. Hero Jackal. Modula Crimstone. Bomb back. Итак, я здесь для участия в полуфинале, который проходит на Земле. Они везут нас через корабль пришельцев, который находится рядом с секцией, переименованной в корабль смерти. Гонки устраиваются на улицах Лос-Анджелеса, и это неудивительно. Это место было адской дырой даже до нашествия Драника. На улицах правит какой-то идиот, которого зовут Викинг Даг. Его банда, называемая еще и уличными докторами, контролирует все улицы. Он ездит обычно на одной из своих машин, типичной для сутенеров. Называет ее Большой Хука, Большая Проститутка. Эта машина обычно нашпигована кучей всяких прибамбасов, включая приспособления для газовой завесы. Говорят, пересечь с Вики Даком означает смерть, но мне все равно. The Empire will be avenged.